Всем снова привет, мы продолжаем расчищать гробницы вместе с Ларой Крофт. Так, здесь нам необходимо загнать верхолазную стрелу. Сюда одну, и, наверное, одну куда-нибудь сюда. Поехали! Там не зацепиться. Вот так. Прыжочек. Ага. Ну, здорово, что можно стрелять прямо отсюда. Блин. Знаете, придется, наверное, больше стрел сделать, потому что немножко далеко я ее вогнал. Так, да. И здесь двойной прыжочек. Отлично. Забрались. Колокола. Старый город неподалеку. Чувствую, нам предстоит жесткая встреча с бессмертными. Лара, мы на горе над ледником. Троицу видно? Да. Они начали взрывать лед. Я вхожу в старый город. Послушай, Софья, не спеши их атаковать. Мы подождем. До связи. Тут у нас карта. Какие-то секреты найдены. Лепестки нам лекарственные не нужны. Вот здесь еще есть свиток какой-то. Ну. Я думал, что умер. Но оказался жив. Тут, как видите, никаких секретов нет. По крайней мере, эта карта их нам не отобразила. Что-то здесь могло бы находиться, но я ничего не вижу. Идемте дальше. Блин, жесть вообще. Город. Город жесть. Стоп. Да ладно, что-то есть, что ли? А здесь мог бы находиться какой-нибудь тайник. Ну, например, клад. Но, как видите, ничего подобного. Ох, ё-моё! Это же бессмертные. Чёртовы ублюдки. На каком языке они говорят? На монгольском? Да, их прям тут, похоже, целые полчища. Так, нам сюда. Ох, нет, нифига нам не туда. Ух. Быстрей. Давай, Лара. Давай, давай, давай. Господи, куда мы там провалились? О, не-не, тут опасно, по-моему, стоять. Короче, нашли какой-то путь совершенно случайно. О, нам тут жирно подкидывают ресурсов. Ну, видите, очень много вот этой вот руды. Значит, эти бессмертные будут неплохо, наверное, убиваться с помощью взрывчатки. А может быть, даже с помощью зажигательных патронов. Жалко, что я не удосужился раньше попробовать пострелять ими. Но с другой стороны, у нас есть некое количество их. Так. Наверх. Блин, охренеть их там много. Они... Ого, на губень прыгаем. Ха-ха, точно. А я как-то эти лица и не заметил сразу.
Отлично. Новый лагерь. Так, давайте посмотрим, есть ли у нас улучшения. Ну нет, как видите, никаких улучшений нет, но зато мы на этом месте сохранились. А куда дальше? Дальше вот сюда. Тут еще, смотрите, ресурсы. Очень вовремя. О боже, они уже и знамена подняли. Слушайте, но они, видимо, идут воевать, наверное, строятся. Ого, баллиста. Как их много. А я не пойму, они бессмертные, но тупые, что ли, или как это? Или они, типа, вообще ни один из них никогда не выбирался наружу? Как-то бредово несколько это звучит, как будто они тут в изоляции все время. Ведь нормальное бы общество все равно хотело покинуть вот эти вот необжитые места. Опыт дают вот просто так. Дошли куда-то, опыт дали. Нормально. Еще лагерь. Так, нам туда, но здесь-то что-то есть. Перья. И сундучок. И не один. Господи, сколько нам ресурсов суют, а? Это не к добру. Это хорошая войнушка. Поехали. Наведем шороха тут. Черт! Пойму, что он заметил нас или как. Куда-то свалил в любом случае. Пойди! Ах ты, падла! Сволочь, что сдохнешь ты? Ох ты ж. Ау. Ау. Во. Другое дело. Эй-эй-эй. Во. Так. Давай. Слушайте, да их можно просто убивать в ближнем бою. По-моему, гораздо эффективнее. А ну иди сюда, падла. Смотрите. Кто там еще? Ах ты, мерзавец. Так. Берем дроба, берем дробулю. Ох ты, хорош. Зажигательные боеприпасы, да? Нифига. Вот так. О, молодец. Спасибо, что помог. Кто? Какой? Кто это сказал? Какой... хрен. О, спалил, что ли? Давай, залезай, Лара. Или он тупо открывает, короче, все, что можно, открывает. Пошел.
Нет, не сработало. Оп. Ау. Вот тебе и ау. Так. Все? Или как? Непонятно. Но в любом случае нам необходимо изготовить вот эти боеприпасов. Они просто их выносят. Просто на ура. Что мы могли здесь упустить? Давайте осмотримся. Вот, смотрите, тут что-то есть. Ну, не такие уж они и бессмертные, эти бессмертные. Хотя мы же не знаем, может они на респаун улетают после вот такой, такого убийства, да, как бы. Где-то они воскрешаются, например. Но бог их знает. Так. Все, у нас полные карманы. По-моему, мы даже поднять ничего не можем больше. Посмотрим. Но патронов здесь явно нет. Еще можем пробовать стрелять из тяжелого пистолета. Так, тут... Да, пожалуй, вот так. Кстати, смотрите-ка, у нас теперь 20 зажигательных патронов. И этого вполне должно хватить, чтобы отбиться от вот этих вот козлов. Гори-гори, ясно, чтобы не погасло. Иди сюда, падла. Ты их реально проще вот так вот мочить в ближнем бою. Вообще не напрягаясь. Ресурсы, конечно же, возьмем. Так, ну не знаю, давайте пока постреляем с калаша. Куда идти? Куда идти, товарищи? Нужно сюда подняться. Тут у нас, да, взрывчаточка. Да у нас это все есть, слушайте. Ну, нам видно все-таки вот сюда. Нате вам. Че, даже колокол не упадет? Да вы мазилы. А, вот оно чё. Нет, подожди, я чё-то не понял. Может, попробуем какой-нибудь разрывной стрелой, например, жахнуть? Всё в молоко, а. Ну ладно. Или нет? Да. Тут надо хедшотить. Мне интересно другое. Я думал, что вот тем огнем мы их повалим. Но, как видите, мы только зажгли там какую-то шнягу и все на этом. Акина, что там с тобой? Ох ты! Ох ты, подонок! Слушайте, это уже нехорошо. Да-да-да. Как я такое, тварь? Отлично, одного мы замочили. Так, тут у нас есть еще вот эти крендели. О, смотрите-ка. Нифига она прыжок совершает. Не-не-не-не-не, мужик. Такс, нам показали путь, но прежде надо все взять. Хорошо, давайте изготовим сразу, пожалуй, разрывных стрел.
Я думал, если честно, что разрывные стрелы будут против них гораздо эффективней. Но мне как-то показалось, что они слабоваты, да? Я в того попал, а ему, по-моему, до задницы это все было. Ну, хотя, может, я щит там разбомбил или еще что-то. Так, идемте. Идемте дальше воевать. Сейчас мы этим бессмертным покажем, как надо умирать. Да ладно, нам... Подождите, я думал, нам наверх лезть. Орден Троицы дважды отправлял великих людей на поиски следов пророка. И дважды ни хрена не находили. Какая странная вещь. Здесь скифские элементы, но... Похоже на... Нет, не может быть. Похоже на нет, не может быть. Странно. Даже не сказали, на что похоже, да? О, тут еще что-то присутствует. Давайте брать. Ну давай же. Мой хан, ночью случилось странное. Мы разбили лагерь над Китежем и наблюдали, как горожане готовятся к нашему приходу. Монгольские записки. Так, что у нас тут? Подъем куда-то. Ну да, нам однозначно в эту сторону. Ладно, поехали. Так, отлично. Забираемся. Ну, нам пока туда не надо возвращаться, так что проходим. Найдите способ попасть в затерянный град Китеж. Да это, как говорится, как 2 байта переслать. Оп. И проваливаемся, да? Чё за жесть вообще? Ну не знаю. Блин, а вот патроны на винтовку-то у нас заканчиваются. Лара! Троица пробьет лед с минуты на минуту! Попробуйте их остановить. В лучшем случае выиграем для тебя время. До встречи на той стороне. Окей. Так, что здесь, еще грибочки? Ну, у нас максимум. Максимум грибов. О, это не он? Не город Китеж ли? Палата душ. Святой источник должен быть там. Похоже, путь в центр города пролегает через эти врата. Ну что ж, значит, нам надо попасть к ним. Тут еще записка. Я потерпел неудачу. Мне не искупить грехи. Так, это мы взять не можем. Смотрите-ка, тут есть базовый лагерь. Уж не знаю, каким я ожидала увидеть бессмертное существо, но Яков такой человечный. Сколько он, должно быть, повидал за эти годы? Эти знания и опыт просто сложно представить. И все же он лгал своим людям веками. Все ради того, чтобы сохранить тайну. Какие чудеса таит Святой Источник? Смогут ли люди наконец-то понять истинную сущность души? Или сделать невероятные научные открытия? Ясно одно. Троице он не должен достаться ни в коем случае. Так, отлично. Сейчас посмотрим, что мы можем изготовить по рюкзаку, например. Большая сумка для пистолетных патронов. Нет, 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 нас это никак не устраивает. Тут у нас из улучшений можно на пистолет что-то накрутить и, как видите, на старенький лук. Остальное все, к сожалению, без изменений. Ну что ж, поехали.
Бессмертные патрулируют улицы. Нельзя попадаться им на глаза. Что-то я никого не вижу пока. Ни одного бессмертного. Так, тут что мы делаем? Тут мы делаем вот так. Слушайте. Прям перед его носом проехало, он ни хрена не заметил. Ну не бестолковые ли они, а? Да бестолочи, бестолочи, понятно. Так, ладно. О, черт! Мужчина, второй раз можно так же сделать? А что, если сделать так, чтобы они разбили врата? Ты еще жив там? Что ты делаешь? Странный какой-то парень. Ты ё-моё. Что произошло? Извини, мужик. Нам не до тебя. Нам вот вообще как бы надо к трибушету или что там, катапульта какая-то. Куда там? Ага, все правильно. Харе мычать. Где ты там? Короче. Ох ты. Ты негодяй, а? А как тебе такое? А? Понравилось? Мне тоже нравится. О! Это ж наш этот... Дебил. Ну не дебил я, ну ё-моё. Так, тут нам помогут вот эти стрелы. Нифига они не помогли. Во, во, другое дело. Так, а как насчет выстрелить вот сюда? Нет? Там, по-моему, больше никого и нет, да? Ну, а попробовать, как с этим делом справляется пистолет. Ну, в смысле, с убийством этих кренделей. Эй! У нас все-таки тяжелый пистолет теперь. Да что ты акаешь там? Ну, скажем так, с горем напополам, но справляется. Сюда. Забарабаним. Так. Ага, дальше потом вот сюда надо. Надеюсь, мы допрыгнем. Так, и повыше. Да. Все, поехали. Тю, да мы и до верхней допрыгнули. Вполне даже себе ничего так. Так, давай, давай, Лара, цепляйся. Цепляйся. И залезай. Эдос! Ну, придурок, да? А если хедшотить, то вообще неплохо. Ой, как хорошо с них ресурсов нам дают. Так, сюда, что ли? Кстати, надо вот как-то правильно это удар делать. Вот так, что ли? Ну да. Смертельный удар сбоку. Вообще неплохо. Надо пробить врата. Отлично, сейчас пробьем. Смотрите, сколько тут этих трибушетов. Еще два штуки, как минимум, я вижу. Так. Сойдет, наверное. Вот так, что ли? Пора стрелять. Так. А, ну да-да-да-да-да. Так, ой, перебросил. Ну ничего, можем повторить. А нет, вы смотрите, прям в яблочко. Получилось.
и поехали тогда. Раз получилось. Такс, хорош. Молодец, девчуля. Так, тут у нас, да, есть такой канат хороший. Сейчас быстренько тут пробегаем. И считайте на месте. О, смотрите, тут что-то есть. Господь испытывает меня. Господь испытывает всех. Так что не прибедняйся, мужик. Заходим. О, коник. Еще один лагерь. Да вы что, смеетесь? Нам куда-то налево. Ну, значит, и пойдем налево. Столько разрушений. Бой был отчаянный. Однако большая часть города еще цела. Смотрите, тут фреска есть. Эта фреска рассказывает о тех, кто пал в том сражении, и тех, кто умер впоследствии от голода и болезней. Тут проход, смотрите, куда-то туда можно открыть. Да. Ну что, я думаю, что продолжим мы уже в следующей части. Всем спасибо за просмотр. Не забывайте комментировать видео, ставить лайк. И до скорых встреч, друзья!